9 сатанинских заповедей. Заповедь первая. Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание. Заповедь вторая. Сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных духовных мечтаний. Заповедь третья. Сатана олицетворяет неоскверненную мудрость вместо лицемерного самообмана. Заповедь четвертая. Сатана олицетворяет милость к тем, кто ее заслужил, вместо любви, потраченной на льстецов. Заповедь пятая. Сатана олицетворяет месть, а не подставление после удара другой щеки. Заповедь шестая. Сатана олицетворяет ответственность для ответственных вместо участия к духовным вампирам. Заповедь седьмая. Сатана представляет человека всего лишь еще одним животным, иногда лучшим, чаще даже худшим, чем те, кто ходит на четырех лапах, животным, которое вследствие своего божественного духовного и интеллектуального развития стало самым опасным из всех животных. Заповедь восьмая. Сатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению. Заповедь девятая. Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая ее бизнес все эти годы.